Здравствуйте, друзья! Сегодня в Анталии небольшое событие. Хотя, сложно сказать, что это событие довольно небольшое, так как это велопробег с достаточно таким мировым уровнем. Он займет 4 дня, сегодня уже второй день, и участники велопробега направляются из Кемера в Анталию, и они будут финишировать практически прямо у нас за спиной, и мы вам покажем их финиш. Сегодняшний их пробег составит 162 километра, и это довольно большой результат. Там на экране показывают их велопробег, их снимают с разных камер и с разных ракурсов. Также там показан, сколько им осталось до финиша. Здесь уже начинают собираться разные участники велопробега, которые, возможно, после хотят записаться, чтобы продолжить участие в завтрашнем и послезавтрашнем дне. И там я встретил наших соотечественников, которые сказали, что это пробег довольно хорошего мирового уровня с занесением в так называемое личное дело. Итак, давайте же посмотрим, что здесь будет сегодня интересного. Bahsettirmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kaçışa gireceksiniz. Eğer yarışı kazanma ihtimaliniz düşükse. O anlamda belki ilerleyen etaplarda yani yarın Termessos finişinde ve son günü yine Antalya yakınında güç sporcuların da belki kaçış sporcularına gibi ilerlemesi gibi Мы уже заняли более-менее хорошую позицию. Мы, так сказать, в первых рядах увидим тех, кто финиширует на этом этапе велопробега. Серьезности этому мероприятию придает большое количество организаторов, а также довольно крупная видеокамера, с которых будет транслироваться все это событие. Также здесь играет легкая музыка, и до прибытия финиширующих уже остались считанные километры. И мы вместе с вами посмотрим, как они прибудут на финиш. Şampiyonlarını sahneye davet edeceğiz. Antalya turunun ikinci etabı böylelikle sona ermiş oldu. 183.3 kilometrelik etap yarışın en uzun etabıydı bugün. Birazdan ödül töreninde görüşmek üzere. Мы с вами и увидели стремительный финиш участников второго дня велопробега Tour of Antalya. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!